Медицинский центр «Медин» закупил новое оборудование – специальный низкотемпературный стерилизатор. Аппарата такого уровня нет ни у нас, ни у ближайших соседей. В операционной «Медина» закончилась очередная операция. Пациент отправился в палату, а весь комплект инструментов, которые использовали хирурги, на дезинфекцию в несколько этапов. Первый – механическая очистка позади. Сейчас мы упаковываем зажим в крафт-пакеты для следующей стерилизации. Инструменты запечатываются с двух сторон. Об окончании упаковки сообщит звуковой сигнал. И теперь они готовы к стерилизации. Она проходит по всем современным требованиям европейской медицины. Вот в этом низкотемпературном стерилизаторе. Итальянский аппарат пополнил парк оборудования «Медина» совсем недавно. Инженеры фирмы-изготовителя отмечают, такого больше нет ни в Приднестровье, ни в соседних странах. Обычные стерилизаторы до сих пор используют какие-то реагенты для того, чтобы очистить либо стерилизовать сами инструменты. Здесь нет. Здесь он использует H2O2, то есть вот такие картриджи, которые ставятся. И в процессе, то есть самой стерилизации, получается как взрыв. Разброс температуры в стерилизаторе от 40 до 60 градусов. Для сравнения, в старых автоклавах минимальный порог был 130 градусов. Температура совершенно неподходящая для чувствительного видеооборудования. Это высокое качество стерилизации, медицинских изделий, а именно хирургического инструментария с акцентом на стерилизацию эндоскопического оборудования, стерилизации биксов, можно использовать даже стерилизацию электрических приборов. Комплект инструментов загружается в стерилизатор, в отдельный отсек, специальный контейнер с действующим веществом, пероксидом водорода. Теперь выбирается программа, дальше, как говорится, дело техники. Умный аппарат все делает сам, каждый свой шаг сопровождает чеком. На нем вся информация, включая цикл, которых здесь несколько. В зависимости от инструментов, которые мы стерилизуем, длины инструментов, полых, неполых инструментов, у этого шкафа есть 4 режима цикла, так называемых. И в зависимости от выбора инструментов, которые мы стерилизуем, мы, естественно, выбираем режим для работы самого шкафа. 34 минуты терпения, столько длилась выбранная программа, и прямо сейчас снова готов к работе абсолютно стерильный инструмент. А в медицине, как известно, стерильная чистота – одно из главных условий качества. Инга Гудель, Михаил Нестеровский и Андрей Овчинников. ТСВ.